И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Азартный Богданчик. Сегодня мы играем в слоте Gates of Olympus. Играем мы еще на проекте Комета. Ссылочка в закрепленном комментарии под видео. Дают до 500 халявных фриспинов и до плюс 255% к пополнению без отыгрыша. Кому интересно, можете попробовать. Ну а я вам желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы начинаем. Так, ну блять, первая иксовочка уже мимо. Чё-то грустно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блять, первый спин сразу же иксоточка. Вот это хорошо. А вот это уже интересно. Блять, ну так, ну такое бывает раз в жизни, и то по праздникам, блять. Ну только давай вот, пожалуйста, без пустых спинов, я тебя прошу. Вот, блять, поиграй хотя бы вот на пол Федора, блять, пожалуйста. Ну, блядь, ну их сотку я, блядь, так редко выбиваю, то что, ну, блядь, ну какие нахрен их 160? Блядь, это их 160. Ёб твою мать, а чисто один спин решил, я понял. Ну, это такое себе, давайте, короче, за 140к, чисто то, что дало, то мы назад вольем. Посмотрим. Нихера себе, сразу же еще спины играют. Ну, давай. Блять, если бы сыграл АПХ 250 бы нахуй, ну это был бы разнос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ретрижечка. Ну лучше бы иксовочка сыграла, честно вам скажу. Это было бы X13, и это было бы неплохо. Нихера себе, 16 спинов. Ну давай, 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 давай. Вот так бы ты иксовочку бы ставил, ну блять. X18 мимо улетело, обидно, блядь. Было бы неплохо, если бы сыграло бы. 200. И чё-то, чё-то, чё-то вообще хреново как-то идем, бля. 5. Ой, ну ладно, 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 ладно. Более-менее, да, еще иксовочек, и это будет бабки. Ну, это окуп все равно, это сколько, 1150? Хорошо, 4К плюсом, еще плюс 4 спина. Значит, деда у сегодня хорошая игровая сессия. Такое я люблю, такое мне нравится. И еще 2 спина. Ну ладно, 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 ладно. 170к на балике. Давайте тогда чисто пока будем... Пока он дает, будем пробовать брать до 400 бонуски. Как только он подсольет... Будем уже чисто ставочку понижать. Но пока что, блядь, пока все просто идеально. Бля, если бы сейчас иксовочку сразу же сыграла, это вообще было бы по фэншую. Пойдет X5. Хорошо. Хорошо, X7 даже тоже неплохо. Десятка сразу. Уеба. Ретришка. Плюс 15, плюс 5 спинов. Целая бонуска у нас только впереди. Уже под X7. Еще бы потихонечку иксовочку ставила, было бы вообще идеально. Ну, блять, X50. Ну, X50 бы в эту бонуску, это было бы просто идеально. Зеленая. Эй, мало, 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 мало. Это у нас 12x. 12x. О, блядь, блядь. Пока что даже не половина. Пока что только хавает. Пока что последние спины. Да, да, да. Да. Я тебя понял, дедус. Ты, блядь, начал что-то, а потом смекнул то, что выдавать хватит нахуй, и схавал. Чисто все, что было можно и нельзя. Так. Ну, бля, иксовочка будет копиться, нет? Ну, x0 это, конечно, круто, не поспорю, но, блядь. Хотя бы x10 должно быть для приличия. И тогда будет интересно. X4. Ну, блядь, ну X7 тоже неплохо. X7 это тыщеночка сразу же. Во, X11. Хорошо. А, нихера себе, даже X. Там еще X3-шечку я что-то не заметил. На Монике 31. Короны не играют. И... Ну, блядь, 32 тысячи, я понял. Я тебя понял. Давайте тогда за 70к поехали. Пока что 300к только спустились. Минус 200 кассиков за 5 минут. И это что-то прям... Прям что-то как-то... Ну, блядь, на пол Федора игра... Блядь, ну X10.
X4, X9, и, короче, я понял, нах, а на X-овку вообще собирать не планирую. Так, X8, ладно, X8, хорошо. Ой, X7, да? Да, X8. Ну вот это неплохо, это сколько, 1040? 28, слава. Слабо, но зато половина есть. Что-то будет ли еще вопрос? Я, честно скажу, думал, то, что он хотя бы чуть-чуть хотя бы подразнит, но ни хрена подобного. Поехали, за 160к бонуску возьмем. Ну. Так, ну ладно, X5 пойдет. X5 это у нас сколько? 12 тысяч? 12 тысяч, хорошо. Ну, давай, дедус, блядь, ну отдай ты уже пенсию, господи, нахуй. Сколько можно хавать? Ты уже нахавал на 10 жизней вперед, блядь, давай. X10 пока что, X12, и все, блядь, я понял. Даже X11 с хреном там, плюс-минус. Не, ну, конечно, блядь, неплохо ты играешь. Я аж удивлен таким сыгровкам. Ну, какая ретришка. Я что-то уже заговорился, нахуй, ретришка, блядь. Начало бонуски, поехали. Блядь, ну вот ретрига была бы неплохо. Ретришка была бы очень вкусненько. Вон даже X какой хороший, блядь. 1750, мало. Неплохо, это пятнашка. Это у нас сколько? 25 тысяч, да? Даже 26, хорошо. 26 тысяч, в принципе, неплохо. Но нужно, блядь, стараться намного больше поигрывать. 2800. Ой, блядь. И что? Ну хотя бы X10 какой-нибудь шверни, блядь. Это было бы X38. А X38 в такой бонуске, это было бы вкусно. Вкусно и грустно. Поехали, за 55 тысяч уже берем бонуску. Чисто уже на понижение конкретное пошли. Фиг его знает, что нам здесь может помочь. Ну, блядь, чисто решает... Вот еще сегодня бы разочек X250 только словить бы, а не X100. И было бы интересно. Так, и... Ну, блядь, короны могут сыграть, по идее. Но нет, зато X6, спасибо. 6600, тоже день. Ой, да X2, пожалуйста, хотя бы. Блядь, ну хотя бы окуп был бы. Хотя бы был бы окуп. 3 спина, 2 спина, 1 спин. И, ну ладно, X14, X6, даже нет, X18, ничего себе, блядь. Ну, X-овка хорошая, один спин, давай. Не судьба. Давайте тогда за 170 попробуем. Ну, блядь, ну уже ну вообще осталось 55 тысяч. Если сейчас это нулевое, останется на последнюю бонуску и либо додеп, либо, не знаю, либо спать идти. Но что-то вообще как-то грустненько она играет. Иксовки толком нету, сыгровок тоже нету, блядь. И, а когда иксовка есть, сыгровок нету. И что-то как-то очень-очень-очень-очень странно. Нормально. Ну, синюшечку иксовку, пожалуйста. И хренушки. По спинам, блядь. Ну давай, играй ты уже, господи. Ну хотя бы X10 бы, блядь, заловить бы. Даже вот сюда, это 7000 бы уже было. Уже бы не стыдно было бы так бонуску эту гребаную смотреть. Хорошо, ладно, X2, спасибо. 4200, блядь, пойдет. X100 уже, ой, X100, X10 уже есть. Даже X12, нихера себе, блядь, чего, блядь. Ну и опять же не окуп, 60к на балике, и уже хреновые шутки, уже хреновый смех, блядь, с такими сыгровками далеко не уедешь. 1800. Нормально ты X15 засейвил, брат, блядь, лучший просто.
Ну, давай. Хотя бы, блядь, X2, X3, X10. Либо же ретрижечку дай хотя бы посмотреть. Ну, ладно, X14 пойдет. Кольца сыграй, либо, блядь, было бы неплохо. Ну, зато он, блядь, почти что X10 дает. Почти что X10, это, конечно, круто, но кажись то, что, блядь, бонус полный швак. Ладно, забираю свои слова обратно. Ретрижечка — это всегда хорошо, продлит наше удовольствие в этой бонуске. По заносу ничего, пустоты, блядь, ну и короны не играют, и все, да? Круто, круто, родной. Нахера только ты ретригер ставил, вопросик, блядь. Смысл от него какой был? Никакого, нахуй. Просто продлить? Ну, блядь, спасибо. Спасибо, брат, продлил. Знатно продлил. Эх, грустненько. Так, фиолетовый. Да, блядь, ну вот бонуску бы выбить бы. Даже вот по такой ставке было бы неплохо. 4400 остается и 5 спинов с катера одного не хватило, как всегда, блядь, и что-то как-то... Желтое, красное еще должно сыграть, по идее, хорошо, еще иксовочку можно было бы кинуть. Ну, по иксовке он всегда проседает, этот дед, блядь, не знаю почему так. Давай загрузки еще, блядь, по полгода. Так... Бля, зря только понижался. Тык. Ну и все, блядь. В любом случае, дорогие друзья, ролик вышел короткий, блядь. Что-то дед вообще что-то разбушевался. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем заносов. И пока.